Нам нужно поговорить. По поводу чего? Что происходит? В чем дело? Я хотела узнать об Азане. Об Азане? А чего ты запаниковала? Нет. Я не паникую. Тебе показалось. Не знаю, просто удивилась. По-моему, это естественно. Ведь прошел целый год. От кого ты узнала об отравлении Азана, Зейнеп? Что ты задумала? И что это за допрос такой? Ответь на мой вопрос. Я не помню. То есть, мне позвонил ваш адвокат? Нисхатбей. Да, он. Если ты знала об отравлении Азана, почему тебя не было в больнице? Я ехала туда, но мне позвонил мой брат и вызвал домой. Я поехала обратно. И приехать не смогла? Не смогла. Год назад. Прошу прощения, сестра. Что-то не так? Куда вам? Поедем прямо. Где ты сейчас? Я еду в больницу, брат. У Азана отравление. Приезжай домой. Но я... Я сказал срочно домой. Почему ты спрашиваешь меня об этом сейчас? Не стоит допрашивать меня. Лучше соберись и ответь на мои вопросы. Зачем брат вызвал тебя в тот день? Ну, из-за наших повседневных проблем. Что ты пытаешься выяснить? Если честно, я ничего не понимаю. А тебе и не нужно понимать, Зейнеп. Мама, Нихан пришла сюда поговорить по поводу Азана. Мне нужно было кое-что обсудить, Зейнеп. Не беспокойтесь, я уже ухожу. Ты до сих пор замужем за тем мужчиной? Мама? Ты не хочешь развестись с ним? Ответь же. Не хочу. Мама! Мама! Что с тобой? Почему ты задаешь такие вопросы? Мама! Ух ты! Мамочка, скажи мне... Оставь меня в покое. Голова раскалывается. Как знаешь. Звонила сестра Асу. Она приедет для примерки свадебного платья. Имей в виду. Поняла. Поняла.